Приветствую вас. В первую очередь хотел бы выразить вам свои соболезнования по поводу потери близкого человека. Это всегда очень тяжело, больно, невероятно, неестественно. Вот, кажется, что так быть не должно. Вот. И кажется, что так, в общем-то, не случайно, потому что смерть — это то, чего человек понять не в силах. Вот. Значит, часть вам уже ответили. То есть вот как пережить, да, вам уже ответили частично. То есть есть определенная стадия, есть определенные стадии проживания горя. Вот. И без этих стадий, да, соответственно, невозможно как-то вот ситуацию разрешить адекватно без этих стадий. Вы не сможете пережить эту всю историю. Вот. Значит, есть несколько нюансов, о которых я хотел бы вам сказать. Первый нюанс заключается в том, что у вас может быть проблема с тем, чтобы отпустить человека. То есть именно проблема с тем, что вы еще в глубине души считаете, что он жив, что он с вами, что он, ну, что он еще в этом мире. И данная позиция, естественно, она вам причиняет боль. По-другому и, в общем, быть не может. Вот. То есть это абсолютно нормально, что вам эта позиция причиняет боль, потому что если вы не желаете признать тот факт, что человека не существует, да, больше его нет, то каждый раз вы будете переживать сильнейшую фрустрацию из-за того, что вы считаете, что он есть, да, его в действительности нет. Вот. И в этом смысле есть определенные техники, которые, ну, могут помочь отпустить человека, если вы этого сами сделать не в силах, если вы сами этого сделать не в состоянии. Но это работа с чувствами, это работа с бессознательным. Вот. То есть тут вот такая история. Дальше. В зависимости от того, каких мировоззренческих взглядов вы придерживаетесь, помощь вам, конечно, может быть оказана, ну, с разных сторон, да, то есть с той или иной позиции вам может быть оказана помощь, то есть если вы человек верующий, например, то помощь вам может быть оказана исключительно со стороны религии, да, со стороны веры, если вы верующий человек.
А если вы не верующий человек или к верующим себя не относите или сомневаетесь, вот, то, соответственно, здесь, возможно, несколько другая позиция, другой подход. Вот. Подход может быть самым разным, в частности, это может быть и экзистенциальный подход, в частности, это может быть и иные виды терапии, вот, психологических подходов. Но на два момента, да, я хотел бы обратить особо ваше внимание. Во-первых, очень важно, как вы воспринимаете человека. То есть, как вы его видите, кого вы его видите, насколько у вас с ним была сильна связь, вот, и была ли она, эта связь, вообще, да? Вот, но если была, то какая связь, если не было, то почему не было связи? Вот, ну, я думаю, что связь, скорее всего, была, вот. Вопрос только в том, что это была за связь, да, то есть, насколько вы были, например, близки, насколько вы были близки с человеком, ну, с тем, кого вы потеряли. Почему это так важно? Да? Потому что если вы близки с человеком, вот, если вы знаете человека, знаете, кто он такой, что он из себя представляет, какие у него мысли, как он, например, к вам относился, вот, если вы это все знаете, то я полагаю, что вам будет гораздо легче, понять тот факт, что он все равно с вами. То есть вот, что бы вы ни делали, да, как бы вы себя ни вели, человек все равно с вами. То есть человек, он как бы никуда не ушел, он исчез только физически, но на духовном уровне он с вами по-прежнему. И вы удивитесь, насколько данный аспект, да, то есть если вы подумаете, вот что это за человек, да, и как он вообще вот влиял на вас, и как он с вами взаимодействовал, вы удивитесь, насколько близок он вам, то есть насколько вы преувеличиваете его потерю. То есть, конечно, потеря большая. Конечно, потери серьезны, но очень важно понимать, что если вы знаете человека, если вы помните человека, если вы будете хранить воспоминания о нем, причем хранить это будете бережно, хранить это будете, серьезно, да, если вы будете это делать, то соответственно, в таком случае, я думаю, можно говорить о том, что человек будет всегда с вами. То есть просто зафиксируйте, это можно делать как с психологом, можно делать как самостоятельно, да, зафиксируйте. Каким был человек, что он из себя представлял,
как он себя вел, этот человек. Знаете? Вот. Зафиксируйте эти аспекты. Для себя зафиксируйте эти аспекты. И позволяйте им быть с вами. В той или иной ситуации, в тех или иных позициях, в тех или иных историях, в тех или иных, при необходимости того или иного выбора. Вот. Позволяйте себе слушать человека, которого вы потеряли. И я полагаю, что это будет давать вам то необходимое, в чем вы нуждаетесь. И самое главное, конечно, то, что вы уже не будете чувствовать себя такой одинокой. То есть вам очень важно вам и именно вот прочувствовать. Очень важно вам именно прочувствовать человека. Да, прочувствовать его образ, прочувствовать его отношение к вам. Все это важно прочувствовать, именно прочувствовать. Если вы прочувствуете, то вы поймете, что он всегда будет с вами. Это, конечно, не заменит живого человека, безусловно, это будет совсем иначе, но это единственный выбор. Не менее, а то и более даже близкими вас, да, делает тот факт, что вы вспоминаете для себя, это очень легко забыть. Чего хотел бы для вас человек, который ушел? То есть, что он бы хотел для вас, чтобы что он бы хотел для вас? Чего бы он хотел для вас? Стремясь к этому, да, то есть стремясь к тому вот, что он для вас хотел, стремясь к этому, вы тем самым становитесь к нему ближе. Естественно, тут нужно соблюдать меру, да, и, естественно, тут ни в коем случае нельзя себе вредить, но тем не менее. Подумайте, чего хотел для вас человек. И старайтесь это воплощать в жизнь. Вот. Тем самым вы будете ближе к нему. Тем самым вы будете лучше его чувствовать, и он будет всегда с вами. Дальше. Значит, вы пишете, как пережить смерть любимого человека. Знаете, как это не парадоксально звучит, но тот факт, что вам больно, говорит о том, что вы живы. Что вы живой, чувствующий человек. И это делает вас собой. Я вот не знаю, вы... так, секундочку. Я не знаю, кто вы, мужчина или женщина, но это делает вас тем, кто вы есть, короче говоря. Боль – это нормально. И боль позволяет вам не просто
расти и развиваться сейчас, открывать новые ресурсы своей души. Но боль помогает вам лучше понимать, что действительно и по-настоящему важно, что действительно и по-настоящему ценно. Боль помогает вам это сделать, поэтому не бегите от боли, раскройтесь ей. Позвольте ей обхватить вас, не сопротивляйтесь, и вы увидите, что за ней стоит. Для каждого человека за ней стоит что-то свое. Сейчас мы говорить об этом, наверное, не будем, пожалуй. Вот. Но одна из составляющих тяжести переживания потери человека, да, то есть помимо всего прочего, ведь ужас-то для вас, вам тяжело, это ваша реакция. И вопрос заключается в том, почему это ваша реакция. Вот. То есть почему она такая, почему нет, почему именно вы и именно так вы отреагировали. Еще раз. В реакции самой по себе ничего плохого нет. Это нормально. Сама по себе реакция — это вполне. Но в ней есть элементы. И вот основной аспект — выявить элементы потребностей. То есть что вы потеряли для себя с уходом этого человека? Вот конкретно, что вы потеряли для себя с уходом этого человека? Потеряли ли вы что-то? А как бы вы теперь можете это восполнить? Как вы теперь можете это получить, раз так получилось, что человек ушел? Вот об этом, в том числе, тоже необходимо вам подумать, да? И реализовывая свои потребности уже по-другому теперь, реализовывая свои желания, но уже теперь по-другому, да, вот, вы будете, с одной стороны, облегчать свое состояние, то есть вам будет легче, с другой стороны, вы будете реализовывать то отношение вашего любимого, которое к вам было. Ну, любимый же хотел, чтобы вы были счастливы, правильно? Вот. Я не думаю, что он был бы рад, если бы был жив, видя, как вы переживаете, как вы страдаете и так далее. Наверное, он хотел бы, чтобы у вас все было хорошо. Вот. И если вы будете реализовывать самостоятельно то, что он для вас хотел, вот, любимый человек ваш, вот, то я думаю, что ситуация будет улучшаться. Вот. Такая вот история, такая вот ситуация. Понятно, что вам этого мало. Понятно, что вам этого недостаточно, скорее всего. Понятно, что вам не будет намного легче от этого всего. Но легче станет, если вы, значит, поработаете с психологом. То есть не просто ограничитесь, да, коротким вопросом, который, как вы сделали сейчас. Потому что, ну вот, сами подумайте, да, такое потрясение, да, такая трагедия, вот, потеря
на близкого человека, а вы задали только лишь такой вот небольшой вопрос, как пережить. Но ведь нет единого способа, нет единого средства, нет волшебного рецепта, как пережить. Каждый должен найти свой собственный способ это сделать. И психолог в данном случае поможет вам раскрыть этот способ. Психолог поможет вам увидеть в себе силы для этого. Понимаете? Вот. Но это, конечно же, только при условии вашей обратной связи. Ни больше, ни меньше. Вот. И при условии выявления проблемы. Да? То есть, бывает естественный груз, бывает просто очень болезненная потеря, очень болезненная, да, когда человек вообще не находит себе места. Ну, бывают там еще разные формы, о которых я сейчас говорить не буду. И нужно понять, в чем проблема лично ваша. Понимаете? Вот. И тогда, опять же, сама по себе ситуация, она будет гораздо легче и более понятна, она будет более понятна, и вам будет проще пережить. Вот. Ну и, конечно, обратите внимание на то, что сейчас вам, с одной стороны, нельзя ни в коем случае себя зажимать, да, то есть, если хочется плакать, если хочется рыдать, да, если хочется там бить, кричать, там что-то еще, делайте это без всяких проблем, это, ну, это необходимо, это нужно, вот, и вместе с тем, да, и обязательно получайте новые впечатления, обязательно занимайтесь чем-то, даже если не хочется, через силу все равно занимайтесь, потому что, как бы там, что не было, да, ваш любимый человек ушел, он, его больше нет, а вы находитесь в этом мире, и вам нужно двигаться дальше, хотя бы ради него, вот, ну и ради себя, естественно, но пока ради него, потому что для себя вам сейчас, наверное, ничего не хочется, вот. Очень часто причиной тяжелого переживания ухода любимого человека, очень часто причиной является чувство вины. То есть я в чем-то виноват или виновата перед ним, перед тем, кто ушел. Такое бывает тоже очень часто. Чувство вины, как результат своего рода прозрение, да, хотя я лично, ну, не считаю прозрением там определенного рода вещи, но тем не менее. Так вот, чувство вины как результат определенного прозрения может быть причиной, почему вам так тяжело переживать смерть любимого человека, в том числе. Вот, и это может быть связано с тем, что вы считаете, что что-то не сделали там, при его, ну, при его жизни и так далее. Вот. На самом деле, история, конечно, заключается в том, что вы элементарно не можете вести себя так, значит, ну, не могли вести себя по-другому, потому что вы-то думали, что человек жив и живой, что у него в запасе куча времени, и вели себя так, как будто он действительно был жив. И вести себя по-другому вы не могли, потому что это было бы на самом деле даже оскорбительно для него. Вот. Но обратите внимание в любом случае на чувство своей вины, если оно есть, и подробнее его изучите. Вот. Соответственно, очень важно,
чтобы вы себя не винили. Очень важно. В этом, опять же, вам может помочь психолог, да, то, чтобы вы перестали себя винить. Или обратили чувство вины в какую-то, ну, позитивную, да, деятельность. То есть направили эту энергию в конструктивное русло. Вот. Я бы сказал так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.